Всем привет, ребят. Ну что, как и обещал, покажу вам коллекционера, какой он у нас был. На китайке сегодня вот такие вот плюшечки я забрал. Это до полпака большого, скажем так. Вот такие вот плюшки выпали. Карты, книжечки, скины, как видите, тоже повыпадали. Ну, честно говоря, там рунки есть. Я думал, что будет все-таки скин на новых. Новые скины будут, но как видите, их просто тупо нету, хотя в прошлый раз были. Будем уже ждать на английском там либо на русском, посмотрим, как они обычно это оттягивают до выходных. Ничего тут не поделаешь. Так, ну тут значки почета, как видите, ну да, выживание, ну толку я его и так могу скрафтить. Так, я позабирал, надо будет еще забрать один скилл. Скин на черепа, по-моему, мне не хватило. Сейчас я гляну точно. Так, дерево немножко призрачного мы соберем. Так, мясо, как видите, не прокачанное никогда, на черепа не хватает. К сожалению, ничего нету. Так, окей. Окей, идем сюда. Так, у нас еще подросли книжечки, запашки есть, нужно будет забрать некоторые скины. Так, скин на Некроса, сейчас секунду гляну и пойдем поролим немножко талантики. Пробочки пооткрываем. Не нужен мне скин на Некроса, хорошо. Что у нас там туда остается? Седьмые. Мой разброс позабирать. В принципе, тоже нужен будет. Так, ладно, потом определюсь. 7 часов еще есть. Поехали. Открывать коробочки. Немножко у нас их подкопилось. Талантики я вам уже показывал. Уже не один раз я их перекидывал. У вас будет, возможно, завтра два видоса. Так, пока это я тратить не буду. Так, не в замедление, ну это все нам не надо. Утикака тоже не нужна, вот ожива неплохо заходит. Так, ожог тоже не нужен. СОшка, вот СОшку можно кому-то будет сейчас приклеить. Он у нас просится на СОшку. Очень, скажем так, просится, смотрим. Так, ведьма, тыковка. Шник с пактом. Тут СОшка есть. Так, стрелок. Раскол, замедление. Давайте сюда поставим. Поехали дальше. Интересно, я выпью новый талантик. О, живо. А живу я хочу. Я не знаю, как, когда я выбью там, но живо очень редко падает. У меня уже здесь есть живо на фрейке. Истануть. Берем тоже раскол. Так вот сделаем. Когда-то это будем качать. Поехали дальше. Мы с вас, ребята, по лайку за слив восьмых таких талантов. Так, каменка, она не актуальна вообще уже стала. Ремка, вот ремка актуальна. Только кому ее ставить? У меня, по-моему, там большинство героев уже с ремками. Кстати, давайте вот тут вот потестируем ремку. Потом качнем. Сделаем реинкарнацию героя. Так, поехали дальше. Так, воодушевление. Ну, воодушевление рунами собираем. Хотя оно дает жизнь сейчас тоже, кстати.
и 40 жизней. Бумажка не нужна. Замедление тоже, по сути, не надо. Тут уже вкачанное, тут тоже есть. С таких героев больше ему особо, кроме архидемона, никому не надо. Так. Кстати, у нас там архидемон должен обновиться, если я не ошибаюсь. Надо будет зайти на русский сервер. Так. Замедляха. Ну, тут, наверное, некому ставить ее. Я римок уже натыкал. Кстати, что у меня там с замедлением есть? Ладно. Поехали дальше. Блин, новый талант, не знаю, не падает вообще практически. Троечку только максимум, что получил я, а то не могу. Но я пока не тестировал до конца. Так, просвещение. Потом у нас на прокачку идет. Честный такой. Давайте ставим уже пятое. Опять ремка, ну что ты поделаешь? Кстати, на Лиди Лио поставить арунами, поставить железную, прокачать на восьмерку. Как вариант, почему бы и нет. Будет актуальная, очень даже. Поехали дальше. Вы скажете опять, когда-то я сливал ремки, сейчас я ремки назад полностью ставлю всем героям. Вот так вот, кто мог бы подумать. Так, кстати, я хотел посмотреть, что дает огненная защита. А, увеличивает очки жизни на 40. Ну, в принципе, тоже интересный вариант. Опять ремка, ну что ты сделаешь-то, а? Так, тыковка, квадратку. Ну давайте римку поставим, она тоже. В принципе, можно до восьмерки качать их, почему нет. Брон дает, очки будет давать, включаться будет всегда. Руны можно разные подобрать. Проблем с этим сейчас нет. Так, просвет еще один. Так, череп, ремка, разброс. Даже Анубис у меня есть. Так, поменяем, давайте поменяем. Буду я потом прокачивать за самую, всех значков почета, думаю, будет не хватать здесь. Здесь немножко не такой базар, да, и смысл. Самую все равно куда-то надо девать. Постараемся 500к качнуть по бейку, выйти в топ. Так, бастион, ну, бастион тоже пропускаю пока. Как видите, блин, ну, грубая сила. Гаски у меня тоже очень много. Так, грубая сила. Кому ее ставить? Да кому она, по сути, нужна? Грубая сила. Везде грубая стоит.
Кстати, тут прокачать им тоже сюда поставим. Прокачать 12-е с ремками, рунами железными даже поставить. Тоже неплохо будет. Так, разброс дальше. Блин, ну как видите, бастион. У нас ремка. Нужно будет заняться здесь судьбой. Так. Ожог, конечно, падает дофига, и надо будет попрокачивать всех в судьбе, посмотреть, постепенно подкачать, посливать и начать качать ронинов. Как видите, новый талант я уже третий раз ролю, даже близко не пахнет. Сколько коробок я уже слил, даже так. Священный огонь, еще один нам выпал. Так, священный огонь, священный огонь. Блин, сюда неплохо было бы. Так, Анубис у меня со священным есть. Так, огник с ожогом. Мы наберем. Делаем так. У меня, по-моему, и основной тоже. Второй, если я не ошибаюсь. А тут уже есть такой прокачанный. Ладно, фиг, пофиг. Кулаков здесь хватает, рун хватает. Поехали дальше. Так, еще одна жива. Давайте там второму некросу поставим, которому мы только что поставили сушку. По сути, вот это многим героям, которые быстро убиваются, а живо 9-9 будет очень много решать, я думаю. Ремку рунами будет, блин, на по локациях будут творить чудеса. Вот так кажется. Короче, перезалив. Перезалив у нас талантов. Назовем это так. По-другому это уже не назвать. Так, исцеление упало. Ничего себе. Даже так. Нужно будет, кстати, заняться ковкой. Рун, отдельный видосик запилим. Будем смотреть, прокачивать. О, выживание, нифига себе. Даже выживание нам упало. Вот так вот. Неожиданно, неожиданно. Давайте, знаете, что я хотел на Анубисе потестить. Я так до этого и не дошел. Анубис, Анубис, Анубис. Прости. Прости за ожог. И сразу же ремка падает. Вот ремки, кстати, неплохо начали падать. Так, надо заняться прокачкой героя. Вот он никому уже ставить руны. Так, ремка, ремка, ремка. Так, вцеплю, пока пусть валяется. Так, ожог. Просвет, просвет цепляем гарнизоны всем уже.
для быстрой прокачки, чтобы получить очей побольше, если будет не хватать. Так, еще одна ожила. Попробовать на Бигфута, наверное. Давайте вместо ожила на Бигфута поставим ожил. Когда-то мы дойдем до этого, что у нас будет много камней и можно будет создать пачку. Ну, как видите, вот опять около 100 коробок, и новый талант даже к нам не пришел, даже и близко. Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите дальнейшей прокачки. Буду вам постепенно пилить видосы в поисках, менять таланты. В общем, будем все смотреть постепенно. Всем удачи, всем пока.